времен Старого Царства.
ветер крепчает. Нехорошо. Поднимается ветер и песок. Лучший выход насквозь. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду в тебе отравитель. Лучший выход насквозь. Пошерингтах велел проверять воду для быка. Подношение для быка. Не опасно.
Твоя шкура потеряла блеск сияющий. И бока исхудали. Дай, Хатор, тебе сил. Эй, ты кормишь быка? Нет. Этими делами занимаются жрицы-близнецы. Не знаешь, где хранят его корм? Вон в том доме, возле лестницы. Но его закрыли неделю назад, когда бык заболел. Спасибо. Бык мог заболеть, отравившись кормом. Но наверняка я не знаю. Нужны еще зацепки. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Косточки. Если бы Каписа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожерелье. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Приветствую. Так я и знал. У одной из жриц нет ожерелья. Давно вы служите в этом храме? 2 месяца, с тех пор, как избрали быка. Я служу Клеопатре, и она желает Апису процветания. Расскажите, как вы проводите день? Каждый день одинаков. Сперва молитвы, затем подношения. Освящаем пищу. Кто-то приносит воду и убирает за ним грязь. А не... Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна может, но не Бушей. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль, но как иначе? Мы бы... Что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Иди в храм, Хатор, без меня. Я не могу оставить жриц. Скорей, иди в храм, Хатор. Отыщи брата! Сейчас пес придет и полижет. Сдохни, тварь! Это ты, Панкрат? Да. Боги прислали храброго воина спасти меня. Ты ранен. Я донесу тебя.
Что? Вот ты где! Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же от боли я совершенно лишился сил. Это мой дом. Здесь безопасно. Давай поговорим. Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашеринт Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Панкрат! Ты ранен? Они тебя били? Меня связали. Давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица. И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Скажу по Шеринптаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. На перегонки, как раньше, Сиви? А, если готова проиграть. Каков болтун. Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй! Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь. Ты медленнее Рамзеса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Ну, быстрее, быстрее. Я должна ему доказать. Все, как я и думала. Если ты так уверена, может, повторим? Нет времени. Что еще за шум? Пока он правит, боги проклинают нашу землю и не позволят Нилу разлиться. Но... когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится! Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы.
Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хитепи? Ну это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хитепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в великом храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Ай-яй, нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хитепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет птах-отец силу в твои руки. Хитепили. Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Жрец, проклявший Мемфис! Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя Верховного Жреца опорочено. Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Байек. Ты глупый зверь! Меня ведет воля.
и страх. О да. И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. Проклятие с Мемфиса. Надо сообщить остальным. Я убью тебя! Тревога! К оружию, братья! Проклятие! Что? Вижу! Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончено. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Аписа. Пусть демоны сожрут Кахетепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним.
Мне больно уходить от тебя, но я пойду одна. Ая! Я выполню свой долг. И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. А пока пусть эта ночь будет нашей.